Жми на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Ну, в смысле, я и так опаздываю, чем мне беспокоиться? Да, это так. Это не твой учитель с 5-го класса? Вот дерьмо, это он. О, боже, мне кажется, он нас увидел. Не смотри на него. Йо, я думаю, нам надо пойти другой дорогой. Йо! Дерьмо! Клянусь, я сдам домашнее задание завтра! Не, мужик, оно мне уже давно не надо. Давай, вставай. Мистер Петерсон, из 5-го класса? Да, я помню, простите, это просто старый рефлекс. Да, чё как, чувак? Как поживаешь, мужик? Я хорошо. Хорошо. А вы как? О, знаешь, очень хорошо. Ну, это приятно. Да. Приятно знать. Спасибо. Клёво. Что ж... Приятно было тебя увидеть, Анвар. Мне тоже приятно. Да. Реально приятно было увидеть тебя. Да. Да. Круто прямо. Что ж, ну мне пора идти. До свидания. Увидимся как-нибудь. О, эй! А чё ты вечером делаешь? Буду отдыхать. Может, кинцо посмотрю. Круто. Ага. А у меня сегодня нет планов на вечер. Это отстой. Было странно, что пиздец. Коробка воспоминаний о 5-м классе. Ты тупой. Идиот. Отличная работа. Шутка. Ты сосешь. Гори в аду. Скажи, чтоб твоя мама мне перезвонила. Какой же мудила. Эй, пацан, это последний день 5-го класса, и я хочу, чтобы ты знал. Хоть мне было и тяжело, но ты всегда был моим любимым учеником. Надеюсь, когда-нибудь встретимся и повеселимся, как настоящие друзья. Звони мне, если что-нибудь понадобится. Анвар! Чё, как дела, мистер Петерсон? Ты норм. Чё у тебя как? Я уже соскучился. Я подумал, что если... Я буду там в 8 вечера. Круто, увидимся в 8. Я приду. Эй! Чё, как, мистер Петерсон? О, иди ко мне. Я тут прихватил своего личного резерва. Как вы узнали? Твою маму от него отрубала до беспамятства. Чё имеете в виду? Неважно. Кинцо? Кинцо. Ну так пошли. А чё мы смотрим? Титаник. Левая нога зеленый. Не балуй там лицом. Это шутка. Иди нахуй, директор Джон. Пошел ты. Ты же замерзнешь. Анвар. Обед и фильм? Давайте. Давай в 5. Не опаздываю, окей? Буду в 5. Я буду там. Мистер Петерсон! Вы опоздали, мистер Джибави. В смысле? Сейчас 5:04. Окей, но до фильма еще 20 минут. Мы договорились в 5 часов. Окей, но я опоздал на 4 минуты. Ты знаешь, куда мы идем? В кино? Нет, к директору. Пошли. В смысле? Я взрослый человек. Мне не нужно туда идти.
Внимание, учеников! Прошу вас всех явиться вовремя, особенно когда ваш лучший друг зовет вас в кино. Перевод озвучка виски. Иди на хуй, Эдвард. Ага.